Всім вітання, це Україна 24. Дякуємо, що обираєте саме нас. Ми хочемо, аби ви не тільки знали, аби ви розуміли те, що відбувається з усіма нами. І у нас в гостях з нами сьогодні традиційно у цій порі, в цей день, Євгеній Кісільов, відомий журналіст, оглядач політичний, міжнародник. Євгеній Олексійович, я вас радий привітати. Здравствуйте. І я вас опять рад від душі привітати. Да, мы с вами встречаемся во время светлой недели, да, и светлый тыждень великодний, поэтому Христос воскрес, мы всю неделю так приветствуем друг друга, и понятно, что светлое Христово воскресенье, к огромному сожалению, встречала Украина под звуки сирен, со взрывами, с прилетами в подвалах, в метро, и, конечно, все пытались осознать, за что, почему это все происходит, как это все долго будет происходить. А происходит этот, к сожалению, не сон ужасный, а действительность уже 2 месяца. Ну, на самом деле, мы же в Украине, как и во многих других странах, уже давно живем ненормальным образом. Нормальная жизнь у нас ведь закончилась, когда пришел ковид. Уже третья Пасха в Украине подряд празднуется не так, как в прошлом, не так, как все привыкли. Ну, увы. Божья кара, может быть, кто-нибудь скажет. Божья кара за грехи. Я не знаю, я человек не воцерковленный. В лучшем случае агностик. Но, тем не менее, порой задумываюсь над такими вещами. Надо подумать. Может быть, мы что-то неправильно все делали. Да, знаете, вот когда человека судьба опускает на колени, то он оказывается в удобном положении для молитвы. И как наши военные шутили, что мы, украинцы, либо для молитвы опускаемся на колени, либо для того, чтобы шнуровать берцы. Вот у нас это одновременно происходит сейчас. Поэтому, конечно, мы продолжаем в молитве действительно делать все возможное для того, чтобы воскресение произошло в каждой душе, да, и, знаете, споры сейчас вокруг вот этого приветствия «Христос воскрес, воскресный Украина», кто-то говорит именно так, а кто-то говорит «Украина жива», и, собственно говоря, воскресение не нуждается. В воскресении нуждаются некие другие организмы, которые, государственные организмы, которые уже умерли и в ожидании воскресения. Ну, о Российской Федерации, конечно, речь идет. Евгений Алексеевич, что вы можете сказать все-таки два месяца того, как в нашем доме этот ужас, в нашем общем доме украинском? Вот ваши мысли спустя 2 месяца? Ну что ж, действительно прошло 2 месяца с начала войны, пошел третий. Есть очередной повод подвести итоги. Главный итог, мне кажется, и в этом я теперь уже совершенно не сомневаюсь, что Путин, развязавший эту войну, ее уже проиграл. Он проиграл ее, во-первых, потому что он развязал ее в свое время для того, чтобы войти в историю как человек, поставивший Украину на колени, покоривший Украину, вернувший ее в лоно Российской империи, объединившие 3 славянских народа опять под эгидой Москвы. Он развязал эту войну, чтобы войти в историю как Иван Калита 21 века. А в историю он войдет, как я уже не раз говорил, банальным военным преступником. И это уже не изменить. Кроме того, декларированной целью войны, по сути дела, была смена власти в Украине. Путин хотел взять Киев, Путин хотел, чтобы Зеленский оттуда бежал, и чтобы на его место был поставлен какой-нибудь зиц-председатель, какая-нибудь марионетка Москвы. Вот это точно не произошло и не произойдет уже никогда, потому что Владимир Зеленский в результате этих 2 месяцев войны стал безусловным национальным лидером.
Он приобрел колоссальный международный авторитет. Он приобрел там невероятный политический, военный, международный опыт. И я с трудом себе представляю, кто бы мог ему в ближайшее время составить конкуренцию. Вот вы знаете, раньше мы любили говорить, вот смотрите, какая страна Украина. У нас практически ни один президент, ну, кроме Леонида Кучмы, в уже далекие 90-е годы, дважды президентом не избирался. Практически все действующие президенты по той или иной причине на второй срок не баллотировались успешно или вообще не шли. По разным причинам. Я не буду всех их сейчас перечислять. Но действительно, только Кучма в далеком 99-м году сумел переизбраться на второй срок. А все остальные нет. Но думаю, что Владимир Зеленский запросто может стать вторым исключением из этого правила. Я сейчас не вижу никаких политических конкурентов для него. Смотрите, кроме того, Путин проиграл эту войну, потому что он пытался расколоть Запад, а в результате Запад сплотился на почве поддержки Украины. Путин проиграл эту войну, потому что он хотел демилитаризовать Украину, а в результате Украина обрела выколовшуюся в этих боях сильную армию, получившую бесценный боевой опыт, получившую огромное количество, не все, которое хотелось бы, но тем не менее огромное количество самого современного западного вооружения. Я думаю, что получит в дальнейшем еще. И это тоже, безусловно, путинское поражение. Ну и, наконец, небывалые проблемы предстоят еще России в связи с теми санкциями, которые против нее введены, которые уже начинают работать. Я надеюсь, мы об этом сегодня чуть подробнее поговорим отдельно. Возможно, они еще не очень чувствуются, но не волнуйтесь, очень скоро их начнут чувствовать все. Отдельная тема. Сможет ли Украина вместе с Западом конвертировать вот все эти успехи, в том числе результаты экономических санкций, в смену режима в России? В конце концов, смена режима – это, по большому счету, дело самих россиян. И я отнюдь не склонен к тому, чтобы призывать к экспорту революции в Россию. Сами пусть устраивают революцию, но подтолкнуть ее, а почему бы и нет? В конце концов, поспособствовать тому, чтобы экономические трудности, политические неудачи, военные поражения привели к тому, чтобы в обществе, наконец, возник запрос на новую власть, на смену нынешнего режима. Дай бог, чтобы это когда-нибудь произошло. Во всяком случае, я вам скажу так. Единственный способ спастись для России и для русского народа – это проиграть эту войну. Вот да, да, Евгений Алексеевич, ну, предельно ясно. Единственный способ и единственный шанс на спасение во всех отношениях. Единственный шанс на спасение для России, для русского народа – это поражение в войне. Если угодно… Вот. Активное пораженчество – это лозунг дня. Да. Уже бывало в российской истории. Только поражение в Крымской войне в итоге привело к реформам второй половины XIX века. К великим реформам. Только поражение в войне с Японией привело к существенным изменениям в России. К манифесту 17 октября, который, по сути дела,
стал такой вот российской протоконституцией, да, спущенной сверху в виде царского манифеста, но тем не менее даровавшего гражданам России свободы, выборы, парламент и всякие другие позитивные перемены, которые, увы, были затем сметены большевистским переворотом. Отдельная тема, не будем погружаться в историю. Ну и в каком-то смысле перемены начала 90-х, начала середины 90-х годов в России, безусловно, чрезвычайно позитивные перемены, они были вызваны исключительно поражением Советского Союза в Холодной войне. Я надеюсь, что когда-нибудь в истории России будет и поражение путинского режима, тотальное поражение путинского режима, не только в агрессивной войне против Украины, но и в целом поражение политического курса, который Путин проводит на протяжении двух с лишним десятилетий. И они приведут к существенным изменениям в лучшую сторону внутри России. Для нас в Украине это тоже чрезвычайно важно, потому что Украина будет чувствовать себя в безопасности только тогда, когда путинский режим, неважно, кто его будет возглавлять. Я допускаю, что, быть может, поначалу, когда Путин уйдет, на его место придет какой-нибудь из его присных. Но, знаете, рано или поздно власть должна смениться фундаментально. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Это произойдет рано или поздно. О сценариях можем поговорить отдельно, или в этот раз, или в какой-нибудь другой. Эта тема стоит на повестке дня постоянно. Не, поговорим, но и в этот раз, и в какой-нибудь другой. Евгений Алексеевич, здесь, правда, говорить не переговорить. Очень много пластов, да, много уровней, и хочется вот по каждому пройти, чтобы понимание в наших головах все-таки возникло того, что происходит и в России в том числе. А вот это пораженчество, о котором вы говорите, да, вы помните прекрасно, да, там либеральные студенты, которые пили на пирушках за победу японцев, вы сейчас вот вспомнили, да, и поздравительные эти самые телеграммы, которые они отправляли после победы над русским флотом при Цусиме. Вот сейчас мы... Цусима, кстати, уже случилось. Да. Обратите внимание. Вот в этой войне уже есть своя Цусима. Гибель крейсера «Москва». «Москва», конечно, конечно. Мы пока не видим этих поздравительных телеграмм от российских студентов, но видим выступления самых разных деятелей, там, от Максима Галкина, да, который, просто не скрывая боли по поводу того, что происходило в пасхальную ночь в Украине, там, до многих-многих других представителей и шоу-бизнеса в том числе. Ну, в общем, мы слышим эти голоса, которые очень похожи на те телеграммы. Если почитать повнимательнее то, что пишут нормальные люди, в России остались еще нормальные люди в своих телеграм-каналах, в своих инстаграмах, в своих твиттерах, в своих ютуб-каналах, говорят, на страницах в Фейсбуке, понимаете, все эти соцсети, хоть они и запрещены в России, но не все. В России запрещены Инстаграм и Фейсбук, но все продолжают через VPN и в Фейсбуке, и в Инстаграме писать посты и читать посты. Там очень много всего сказано на эту тему. Туда ему и дорога, этому самому русскому кораблю. Аминь, аминь. Евгений Алексеевич, вот по поводу, значит, корабля, да, мы все поняли, в каком направлении техника последует и дальше, но, смотрите, хочется продолжить с вами о сценариях немножечко. Вот за два месяца войны, значит, в Украине Россия использовала уже 70% своих высокоточных ракет, об этом Bellingcat нам сообщает, вот, ну и, собственно говоря, о том, что активная фаза войны
войны может закончиться через 2-3 недели, в интервью «Медузе» заявил и господин Арестович. И причем он объясняет это примерно тем же, что и Беллинкет, что просто ну, вот уже совершенно нет ресурса. Последние оперативные резервы сейчас брошены на восток Российской Федерации, поэтому наступать просто больше будет нечем. Вы бы с этим согласились или нет? Потому что информация, правда, очень противоречивая, и очень много, и очень разные прогнозы, к сожалению, не только вот такие позитивные. Ну, вы знаете, я понимаю, что господин Арестович в силу своих должностных служебных обязанностей выступает в роли человека, который приободряет всех украинцев, который пытается вселять в них уверенность в конечной победе, уверенность в успехе, уверенность в завтрашнем дне, если угодно. Ну, вы знаете, с точки зрения исторических закономерностей, вот мы с вами сейчас начнем, если копаться, ну, скажем так, в истории последних десятилетий, а может быть даже и столетий, мы с трудом вспомним справедливую войну, которая бы для народа, подвергшегося иностранной агрессии, подвергшегося вторжению завоевателей, закончилась бы исторически поражением. Ну, наверное, такие примеры можно найти, но очень редкие, которые скорее подтверждают общее правило, что, как правило, народ страны, которую пытаются завоевать, покорить силой, изменить в ней существующий политический режим, в освободительной, оборонительной, отечественной войне, как правило, побеждает. Наполеон, покоривший всю Европу, не сумел завоевать Испанию. Его поход в Россию тоже закончился неудачей. Можно вспомнить и другие примеры. Уже Россия вторглась в Польшу, помните, в 20-м году. Стояла, что называется, на берегу Вислы, дошла до Варшавы. Да? Потом случилось так называемое чудо на Висле. И Красную конницу большевистскую погнали вспять. Да, в 39-м Польша оказалась побежденной, оккупированной, но через 5 лет была освобождена во время Второй мировой войны. У нее была потом трудная судьба, она оказалась под другим игом, фактически под другой оккупацией Советского Союза. Но, опять-таки, в исторической перспективе независимость в Польше восторжествовала. Мне не хочется, чтобы вот польский сценарий был в Украине, да, когда окончательное восстановление независимости произошло спустя 50 лет после начала Второй мировой войны, в 89-м году, когда в Польше все-таки коммунистический режим не рухнул, а был очень плавно, цивилизованно, мягко, по общенациональному согласию демонтирован. Да? Мне ужасно не хочется вот таких сценариев для Украины, да их и не будет, потому что мир изменился, и он теперь устроен совершенно иначе. Ну, знаете, можно в конце концов и Афганистан вспомнить, да? Попытки подчинить себе Афганистан разными странами, по разным причинам, но тоже не удались никому. Ни англичанам в 19 веке, ни Советскому Союзу в конце 20-го, и даже американцы с их союзниками так и не смогли себе подчинить Афганистан, в котором, нравится нам или нет, но самой мощной, самой популярной политической силы в итоге оказались немилые совершенно моему силу талибы. Ну вот и такое тоже бывает. Специфика человеческого развития, специфика человеческого общества. Вьетнам, в конце концов, можно вспомнить, да? Сначала французские колонизаторы, которые вели там колониальную войну,
против национально-освободительного движения ничего сделать не смогли и вынуждены были оттуда эвакуироваться. А потом и американцы. Там по-разному можно к этому относиться. И не факт, что поражение Соединенных Штатов в той войне в итоге было благотворным явлением для вьетнамского народа. Но в итоге, в общем, все получилось к лучшему. Поэтому я думаю, что сценарий вот такой. Сценарий справедливая, освободительная, оборонительная война украинского народа за свою независимость, за свой суверенитет против путинских агрессоров обречена на то, чтобы закончиться победой. Понятно, что путь к этой победе может быть тернист. Когда говорят, что острая фаза войны, или, скажем так, активная фаза войны может закончиться через несколько недель, я не военный специалист, и я боюсь здесь сделать какие-то неточные прогнозы. Я понимаю, что ресурсов у России еще очень много. Мы, по-моему, с вами уже говорили, если не говорили, скажу, что вот по подсчетам известного оппозиционного российского экономиста, живущего в вынужденной эмиграции, Сергея Алексашенко, у российского Минфина сейчас достаточно денег, чтобы финансировать бюджет примерно в течение 6-8 месяцев. Минимум на полгода денег есть. Денег хватит, даже если не будет никаких поступлений. То есть, вот представим себе, повторяю, такую немыслимую ситуацию, в реальной жизни немыслимую, что одномоментно в казну перестают поступать все доходы. Налоги, деньги, которые Россия получает от экспорта нефти, газа, других природных ресурсов, от каких-то других видов торговли с внешним миром. Вот представим себе, все, вот на нуле все поступления. И все равно денег хватит на полгода. Плюс немеренные запасы оружия, боевой техники. Да, старые. Да, уже, что называется, вышедшие из военной моды оружие. Танки образца 50-х, 60-х годов, тогда сконструированные и запущенные на конвейер. Но их, говорят, там какое-то колоссальное количество. Военные скажут точнее. То есть в свое время военная промышленность работала по принципу, чтобы не остановиться. Об этом, кстати, покойный Егор Гайдар, отец российских экономических реформ 90-х годов, очень интересно писал в своей книге «Гибель империи», что один из советских ястребов генерал армии Ахрамеев, который занимал высокие посты в советских вооруженных силах и в окружении Горбачева был вхож, был его одно время советником. Вот он во время каких-то служебных совещаний по вопросам, связанным с реформой советской, с попытками реформ советской экономики, говорил, что ни в коем случае нельзя сокращать производство военное, ни в коем случае нельзя останавливать военные заводы. Сколько бы они ненужных танков не выпускали. Вот все равно надо продолжать их выпускать, потому что иначе эти заводы встанут. А что, если нам вдруг в будущем понадобится оружие в немеренном количестве? И советская военная промышленность продолжала штамповать в огромном количестве все от пистолетов и автоматов до танков и ракетных установок. Поэтому, повторяю, этого добра в России очень много. Да, это уже не высокоточное современное технологическое оружие, но если
русские начнут его применять от души, а они могут это начать делать, от этого будет Украине не сладко, к сожалению. Мы должны быть к этому готовы, потому что чем дальше, тем больше они будут, в том числе и из-за несовершенства своего оружия и боевой техники, бить по площадям. И все больше, к сожалению, будет от такого типа ведения боевых действий, к сожалению, страдать мирное население. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы Путин, например, отказался вот от этой войны на уничтожение жилых кварталов, целых городов, поселков, деревень. Боюсь, что это будет продолжаться. Он озверел, он оскорблен тем, что Украина осмелилась сопротивляться, тем, что Запад оказывает Украине всяческую помощь и поддержку. И пока не разобьет лоб, боюсь, будет гнуть эту линию. Тем более, что мне кажется, Путину сейчас так докладывают о всем происходящем в Украине, что он вполне вероятно верит по-прежнему в том, что все идет по плану. Ну, может быть, не совсем по плану, но в итоге военный успех на стороне России, и еще чуть-чуть плечиком поднажать, поднавалиться, и победа будет на его стороне. Да, Евгений Алексеевич, но продолжает жить в своей реальности, абсолютно искаженной и дикой, Путин. И подтверждают это, ну, самые разные источники. Вот, например, свежая статья Financial Times, редакционная колонка, они со ссылкой на свои источники, которые они, конечно, не называют, говорят о том, что да, Путин совершенно утратил интерес к какому-либо урегулированию дипломатического характера. Он намерен идти только военным путем, как можно больше захватить украинской территории, а ему нужны вот такие милитарные яркие победы. И вот если, как пишет Financial Times, раньше он ходил, я цитирую, туда-сюда, пытался вести какие-то разговоры и переговоры с мировыми лидерами о возможном мирном соглашении, то сейчас уже никто туда-сюда не ходит, а он идет одним путем. Он испытал жесточайшее просто унижение, ужасающее для него, значит, когда затонула Москва, и сейчас будет делать все, чтобы не выглядеть униженным. Поэтому, ну, это вот такой взгляд наших коллег-журналистов. Евгений Алексеевич, вот продолжая все-таки моделировать ситуацию, да, что в голове у Путина и какие сценарии могут сейчас разворачиваться в Российской Федерации? Вы уже упомянули, так, ну, по касательному прошлись по теме санкций, как вот эта санкционная политика может влиять. Понимаем, что уже ощутили самые богатые, самые бедные влияние этих самых санкций. Средний класс, он, понятное дело, достаточно раскол, потому что это и военные, и стартаперы, ну, там разные люди. А вот если говорить в целом, что в России будет происходить, ну, вот, в ближайшие недели? И что в голове у Путина? И что в голове у Путина, потому что то, что будет происходить в России, зависит от того, что в голове у Путина, понятное дело. Ну, смотрите, если коротко, я совершенно не сомневаюсь в том, что действующие санкции, которые будут продолжать усиливаться, пока Путин продолжает гнуть свою линию, он будет получать в ответ все новые и новые санкции. В том числе, рано или поздно, Запад откажется от импорта российских углеводородов, газа, нефти, нефтепродуктов. Это процесс, как мы уже не раз с вами обсуждали, не одномоментный, к сожалению. Этот процесс будет растянут неизбежно на какие-то месяцы, годы, но 2 года вполне реальный срок. И через 2 года это полное углеводородное эмбарго будет означать, что Россия потеряет примерно половину своих поступлений от экспорта в бюджет. Это огромные деньги.
И у меня нет никаких сомнений в том, что это приведет к существенному падению уровня доходов граждан, уровня их жизни. И вопрос только в том, что конвертируется ли это падение благосостояния, доходов, качества жизни в социальное недовольство. По законам политики и политологии совершенно не обязательно. Известно, и об этом не раз писали и говорили, политические экономисты, специалисты вот именно вот в области политической экономии, что скорее разного рода протесты, революционные движения, попытки политических реформ происходят в разных странах в тот момент, когда начинается оживление, подъем экономики. Кстати, два Майдана в Украине произошли отнюдь не тогда, когда экономические проблемы были на пике, наоборот. Первый Майдан вообще произошел, когда после того, как было несколько лет бурного экономического роста в Украине. Да и в 13-14 годах экономическая ситуация была отнюдь не аховая. Это был не пик экономических проблем для украинских граждан. И очень часто в истории других стран происходит то же самое. А когда кризис, когда стагнация, когда люди думают только о том, что нужно где-то заработать лишних денег для того, чтобы кормить семью, для того, чтобы выбраться из экономических проблем, трудностей, нищеты, очень часто им нет до того, чтобы выходить на площадь. Хотя, ну, бывают и другие примеры. Февраль 17-го в Петрограде, когда недостаток, нехватка хлеба, причем не хлеба вообще, а дешевого хлеба, который распределялся по талонам, по карточкам в специальных магазинах для беднейшей части населения. Вот нехватка этого дешевого, что называется, практически там дотационного хлеба и привела к бунтам, которые потом вылились в февральскую революцию. А так дорогой хлеб в булочных, в дорогих булочных на Невском имелся. Голода не было в Петрограде, в том Петрограде зимнем 17-го года. Что называется, не шиковали, не жировали, но не голода не было. А революция случилась. Так вот, я думаю, что экономические трудности, которые возникнут неизбежно в России, ну, реакция властей будет, скажем так, в соответствии со старым советским анекдотом, когда, знаете ли, в очередной раз дорожает водка, и мальчик приходит к сильно пьющему папе и спрашивает: «Папа, ты теперь будешь меньше пить?» А папа ему отвечает: «Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть». Вот это та же самая история. Если у путинских подданных, у населения России возникнут экономические трудности, тем хуже для путинских подданных, для населения России. А вы мы это уже видели с вами неоднократно. Всякий раз, когда падала цена на нефть, а мы в последнее время пережили несколько исторических, там, условно говоря, вот за время путинского правления мы пережили как минимум два исторических падения цен на нефть. И всякий раз просто центральный банк, по сути дела, осуществлял плавную девальвацию курса рубля. Потому что в бюджет доллары от нефти, доллары в бюджет от продажи нефти и газа потом зачисляются в рублях и тратятся на население в рублях. Ну вот упала цена на нефть, подняли курс доллара по отношению к рублю. Значит, за доллар не 30, а 70. И все нормально. И в рублевом исчислении там, поступления в бюджет выясняются примерно те же самые. И так же будет и сейчас, и дальше. Так что
Я не думаю, что экономические трудности приведут к политическому взрыву. Но, тем не менее, они приведут к другому. Они приведут к тому, что и политическая элита, я использую этот термин «элита» исключительно в таком политологическом смысле, будет терять доверие к своему лидеру, потому что, ну, если представим себе, что он проиграл войну, или, во всяком случае, не сумел добиться яркой победы, если экономическая ситуация очевидно плохая, если он удерживает власть исключительно таким рычагом, как страх. Диктатор тремя способами может удерживать власть. Экономическим процветанием страны, и так было в истории России, когда Путин говорил, не давайте мне, извините, когда Путин, по сути дела, говорил гражданам и среднему классу, и элитам, и всем, дайте мне править так, как я хочу, а я вам взамен обеспечу сытую, благополучную, богатую жизнь. И так было вот в нулевые годы, в начале десятых, ну, скажем так, до середины десятых годов, там с небольшим перерывом на кризис 2008-2009 годов, из которого Россия, в общем, достаточно быстро выбралась. Есть способ удержания власти с помощью галимой, наглой, лживой пропаганды, которая, ну, все-таки перестает работать рано или поздно. И сейчас, мне кажется, такой чудовищный разрыв между тем, что происходит в жизни в реальной, и тем, что говорят россиянам дорогим по телевизору, что обязательно какой-то вот когнитивный диссонанс должен возникнуть. И мне кажется, что сейчас все-таки основным инструментом уже является тотальный страх, который насаждается в стране любыми способами. А в повседневной жизни, знаете, вот мне важно, чтобы об этом услышали и об этом задумались люди, которые смотрят нас за пределами Украины, которые смотрят нас в России, в третьих странах. Вот сейчас пока что такие маленькие неприятности, которые, как вы совершенно справедливо заметили, в основном касаются благополучной части общества, среднего класса. Знаете, вот товары, предметы роскоши, товары, скажем так, в категории люкс стали пропадать из продажи и скоро пропадут совсем. Очень многие сервисы перестали работать. Макдональдсы закрылись. Это то, что ощутимо, да? Уже нельзя смотреть Netflix на территории России и всякие другие стриминговые сервисы. Карточки перестали работать, системы Visa и MasterCard. И так далее, и тому подобное. Ну, и это только начало, Евгений Викторович. Это только начало, понимаете, да. Потому что где-то к концу второго квартала вот начнут ощущаться результаты действия санкций. Да. Это будет, вот, условно говоря, конец мая, июнь. Да, вот Евгений тогда почувствуют. А потом вторая волна очень сильно будет, станет ощущаться к концу третьего квартала, вот, рубеж сентября, октября. И это будет, знаете, еще почему чувствоваться, потому что закончится период лета, люди будут возвращаться с дач, с приусадебных садовых участков, начнет портиться погода, листочки начнут облетать. Осень в России страшно депрессивная пора. И
Вот тогда мы посмотрим, что там будет. Хотя, повторяю, я не верю в то, что удастся в ближайшее время вот экономические трудности конвертировать в политический протест. А вот конвертировать политические поражения на военных фронтах и на дипломатических фронтах, а также неспособность что-то сделать в народном хозяйстве, вот это может быть конвертировано в недовольство элит. Хотя, с другой стороны, не вижу я пока серьезных игроков, которые бы могли попытаться бросить вызов Путину. Хотя Бог его знает. Иногда эти серьезные игроки появляются, что называется, ниоткуда. Евгений Алексеевич, да просто, наверное, не светятся, потому что засветись они сейчас, кто же будет Путина побеждать уже завтра. У нас с вами остается не так много времени. Да, вот извините, я просто хотел пример привести. Да, вот, кто оказался человеком, взявшим на себя роль могильщика сталинского режима? Совершенно безобидный человек, к которому многие относились в сталинском окружении, в сталинском политбюро, несерьезно, насмешливо. Хрущев в чем-то там такой толстый коротышка, в чем-то нелепый, который взял и оказался тем волевым политическим лидером, который сумел начать демонтаж сталинского режима, который выступил с разоблачением сталинских преступлений на 20-м съезде. Конечно, там справедливы будут замечания со стороны тех, кто скажет, о, у него у самого руки были в крови. Да, конечно, все сталинские подельники, все руководители Советского Союза сталинского времени, все, конечно же, участвовали в преступлениях, несут за них ответственность. Но надо отдать должное, что некоторые из них в какой-то момент восстали. И слава богу, что это произошло. Спасибо. Евгений Киселев, известный журналист. Я вас могу философом уже называть, Евгений Алексеевич, потому что беседа у нас совершенно философская получилась. Спасибо. Спасибо большое.